Думаю, что на уровне области, вот Ольга Владимировна тоже к этому подключилась, надо принять закон о памятных датах. Вот я учился в школе в сельской, да? В каждом населенном пункте есть место. Оно не является памятником истории, но оно, куда мы все приходим и чтим память. Нам сегодня выпало оберегать наше прошлое, потому что завтра будут также издеваться над нашим настоящим. Не хочу сегодняшнюю ситуацию, вы ее все знаете, и жители Балакова тоже. Поэтому давайте вот займусь сам контролем, Елена Анатольевна, вместе с вами, вот, на короткой связи, и давайте до 9 мая восстановим. Сергей Евгеньевич, убедительно прошу. Если те, кто делал, а там были потрачены деньги и развалилось, вот давайте пускай он ответит. Я не знаю, кто это делал, не знаю как, но это все равно были деньги народные, даже если было деньги предприятия. Это тем более обидно, что это были спонсорские средства. Поэтому давайте разберемся и здесь порядок наведем. Но памятник давайте сделаем. Я вот их в Красном партизане там также восстанавливал, ресурс искал в Беленке, там, в других районах. Это просто наша святая обязанность. Если мы сегодня не защитим это, завтра мы не защитим себя, понимаете?